упокоение душ усопших рабов Божиих, мучеников и исповедников казачества, годин угонений за веру православную и отечество российское. Милости Божией, Царства Небесного и оставления грехов, и спросивши тем сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Не были, как мы называем себя, реестровыми, нереестровыми, мы должны знать, что мы все братья-казаки, что мы должны быть одним целым. В этом наша с вами сила. Представить эту картину, дорогие мои отцы, братья, сестры, братья-казаки. Если мы соотнесемся 100 лет назад и представим, как все это происходило. Близкие люди, знавшие друг друга, крестившие друг друга, были родственниками, вдруг становятся врагами, очень заклятыми врагами. И ведь личного-то ничего не было, лично ссор не было. Кто-то решил поссорить наш очень такой сильный русский народ, здесь живущий казачий дух истребит совершенно. То, что есть у настоящего казака, то есть это его любовь к родине прежде всего, защита своего отечества, это его некая такая и воля, и независимость от мнения, которую могут ему навязать. Все это прекрасно понимали тот, кто подписывал эти указы о истреблении нашего казачества. Это надо было истребить тех людей, которые обладали такими качествами. Качествами хозяина, качествами людей, которые могут постоять за себя и за ближних своих. Вот представьте, да, всего лишь 10 дворов, а в этих 10 дворах живут 200 человек. Как это, да? Спрашиваю вчера, будучи в Новоаннинском районе, вот в станице Зотовской проживало 17 тысяч человек казаков. Сейчас во всем районе проживает 17 тысяч человек. А представьте, в каждой станице было поскольку людей, поскольку было воинов, молодежи было, молодых людей, и мужчин и женщин, и мальчиков и девочек, вот сколько было людей. Это была масса народа, огромное число. И эти люди готовы были всегда встать на защиту нашей Родины. Ну, мы дожили до определенного момента, и, конечно, вспоминаем это с горечью. Сегодня, конечно, особенно в столетие этого трагического события. Я много говорить не буду, вы все прекрасно сами знаете, вы это читали, все это прекрасно понимаете. Мы, наверное, сейчас совершим главное действие, которое, для чего мы сегодня и собрались, это пройти крестным ходом до аллеи атаманов в центре города, где будет освящен крест, а также пройти до того места, куда людей вели на расстрел 100 лет назад. Это были ваши прапрапрадеды. Может, там дядя, тетя, кто-то был к вам. Вы к этому тоже все причастны, потому что это были ваши близкие, ваши родственники. То есть мы сейчас пойдем почтить их память. И мы сейчас почтили память, ослужив за упокойную панихиду. Но вот сейчас мы крестным ходом в эту, можно сказать, такую в погоду, в непогоду. Но я благодарен, что вы этой непогоды не испугались,
чтобы вместе пройти и помолиться, и отдать память нашим с вами предкам, те, которые отдали душу свою, чтобы мы здесь с вами присутствовали, стояли, чтобы называли себя казаками, в конце концов. Вот не кем-то там, не татары, не кем-то еще, никакой другой народностью, а именно вот называли себя прежде всего казаками. Вечная им память и вечная память. Я ощущаюсь честь казака перед всемогущим Богом и святым его Евангелием и честным животворящим крестом, чтобы помнить престол Иоанна Предтечи, православную христианскую веру и свою атаманскую молодецкую славу не потерять, но быть верным и неизменно преданным казачеству. Своему Отечеству обещает служить ему до последней капли крови. Крест на кропление воды и священное Отца и Сына и Святого Духа. Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое воскресение. Господа атаманы, ну вот мы с вами и пришли к месту нашего окончательного с вами этого трагического маршрута. Я как-то подумал, когда мы с вами пропели вечную память, где была тюрьма и откуда людей вели на расстрел. Вот этот весь путь они шли. Мы с вами шли там, кто-то молитву пел, кто-то просто балагурил. А вот представьте, да, что люди шли, уже знали, что, на что они идут. Вот о чем они думали? Не знаю, конечно, это тайна та осталась, которая между Богом и между этими людьми. Но, наверное, думали уже о разном, все равно о вечной жизни, скорее всего. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Преосвященнейший Владыко, благослови. Усопших мучеников, исповедников, казачества, за веру в православное Отечество Российское, в годину гонений живот своих, свой положивших, в селениях праведных учинит, в недрах Авраама упокоит, исправленными сопричтет, а нас помилует, яко благ и человека любит.
дорогие, я не буду ничего говорить, я только передам те слова, которые мне вчера попросили сказать. Вчера звонили с Калмыкии казаки, с Воронежа, звонили с Москвы. Они душой с нами. Здесь было много расстрелянных тех, ну, в общем, ихних предков. Они просили сказать всем, что они душой с нами. Я перед...